Куда ты про... А, куда ты провалилась? Боже мой! А! <музыка> <Всех> <музыка> Всем здравствуйте, великие каналы! И не успел закончить день рождения Star как нам уже добавляют ивент Хэллоуин. Да, ребята, в сегодняшнем обновлении у нас... Хэллоуин, это значит, что мы добавили цитадель наездника, две новых диких магических лошади, две вороны, мы обязательно сегодня это все купим с вами, также вернули куча старых маршрутов, гонок, ивентов. Также мы будем собирать осколки. Ну и тому подобное. Эхинея на Хэллоуин. Кто первый раз празднует этот Хэллоуин? Кстати, напишите в комментариях. И погнали смотреть этот видеоролик. Ну, а кое-что мы выпнем на стрим, который будет сегодня в 17.00 по московскому времени. Спасибо, соседи. Я вас очень сильно люблю, что вы любите э, э, сверлить тогда, когда я снимаю видео. Спасибо. Так, ворон. По. Давай мы с тобой поговорим. Я Воронпо. По. Привет, привет. Куда идти? я дам совет стоп это на наезднику. <сínt> <сínt> нифига себе там призрак подскажите а ну все мы туда бежим ну что мы приехали на то место куда послал ворон но ну, это портал в цитадель давайте туда зайдем интересно что-нибудь поменяли вообще кстати ничего не говорили ребята что-то поменяли не поменяли не знаю ну заставку не поменяли так, я здесь я снова с вами. И они вроде перестали сверлить, продолжаем мы снимать. Так, давайте тут все мои знакомые, давайте... Дайте мне поговорить с ним. Кошмарики ко мне сегодня направили не... меньше один человек и всех прислает говорящая птица. О боже мой. Привет, ты не заблудилась, я могу помочь. Опять событы на яздику. Итак, не знаю, слыхала ли ты про Но эта крепость стоит уже как миллиона лет Знаешь про наездника? Он тут главный, сидит целый год в четырех стенах Но как наступит осень, направляется на юрвик пугать народ Обычно он за людьми за, за, бра, Забирает за лучшие души в создании Так случилось и со мной тыры тролливали, ничего мы не понимали Мы просто бежим туда, потому что здесь просто обычный А Он просто с нами разговаривает и заявит нам опыта Что же, может ты... Так, ты в деле Да, я в деле, с опыта, спасибо Спасибо за 100 опыта. Сейчас даст 5 опыта Ё, просто, а что так заданий там много? Стоп это... В смысле? Стоп это. Это в общей супер, мы мы это получим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, тут нет, тут нет, не семь. Я хочу посмотреть... Фу, маска. Маски у нас старые остались. Здесь ничего не понятно. Ребятки, просто маски. Можете зайти посмотреть в магазин. Они, в принципе, с прошлого года не поменялись. Ага, вот этот наш ведьминский стиль, про который я вам говорил, который прям в ворона, вот этот стиль. Вот он прям вау, вот этот прям офигенский стиль. Либо... Что там за тыква? А, о, вот этот стиль тоже очень классный. Это старые уже стили пошли. Короче, э, сильно тут ничего не поменяли, но вот этот стиль новый, он очень Классно. И здесь мы можем купить порошок, и наша лошадь превратится хоть во что. Соответственно, здесь собираем осколки, но это мы будем заниматься на стриме. Так, я предлагаю вернуться к этой пыли и пройти его задание. Я надеюсь, у них здесь не сильно сложно. Давайте посмотрим, что он нам тут приготовил. Жука прогулка под стадели. Значит, нам дают осколки. Осколки в этом году уже зеленые. А, они каждый год меняются, они то розовые, то зеленые. Какие будут следующие? Ро... Какие будут следующие? Не, за синие будут. Давайте синие. Так, я смотрю, ага, эту штуку не убрали. Нам же в прошлом году добавили новую штуку. Так, куда надо подъехать? Это торговцы. Они не особо разговаривают. Так, это торговцы, я понял. А, он нас просто, типа, знакомит со всей цитаделью. из за это дает 100 опыта. Слушай, разработчики, мне кажется, вообще сильно нам подарок такой делают, скажу я вам так, особенно для наших таких высоких уровней, у которых вообще заданий нет. Для нас это прям подарок, потому что, ну, камон, сто опыта, это очень много. Лошадей мы купим, когда пройдем задания. Мы обязательно их купим. Сейчас посмотрим, кстати, как раз на Ки. Воспоминания, его воспоминания в портале. А, что, подожди, стой. Мне кажется, это вот это, ребят, гонка. Ну, типа, она... Ну, это птичья пугала, нет? Да, всадника без головы. Вспоминания наездника. Ну, наверное, это... Да, ребятки, все, это вот эта гонка, короче, проходим эту гоночку, и все, я, да, выполнила задание, это задание мы еще немножко попозже, что то я так и не поняла, я немножко здесь запуталась, конечно, ну все, да, гонка воспоминаний наездника, все правильно, вот эта гонка, так, давайте заберем у нее опыт, так, дальше поехали, гонка, а, ну, опять гонка, то есть, типа, гонки, то есть, за гонки нам дают опыт наезднику, Вау, слушайте, просто вау. Птичьего пугала. Вот, 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 вот. Холмы птичьего пугало, же, да? Слушайте, ребят, у меня почему-то не работает это задание. Я уже второй раз прохожу эту гонку. У меня тупо ничего не работает. Почему так происходит? Я не понимаю. Давайте возьмем следующее задание. Тыквенные догонялки. Пройди охоту на тыкв. А, вот сюда прыгаем. Это, получается, тыквы надо искать. Неужели в этом году мы тоже будем искать тыквы? Серьезно? Опа, Идрис. Вау Опа, вау, слушай слуш... Блин, такие милашки вообще. Вот эти тыковки, это просто прям... Муа, не могу, вообще что Такое Так, значит, берем у него задание Нам показали какую-то такую краткую историю Давайте возьмем у него задание Сейчас, по идее, должно тут все появиться у нас а, С тыквенным полем, да, на ферме Проблемы у тебя, я знаю Ок, да, тут искать надо тыквы, тыры, пыры Так, ищем тыквы А, ну тут я, я уже наизусть знаю, куда даже убегут Следим за тыквами, ребята, как вы все помните, я когда давным-давно снимала обзоры на вот такие вот подобные фигни, следим обязательно за тыквами, куда они бегут. Тыквы спавнятся раз в 20 минут, я думаю, тут ничего не меняли сильно. Вот, куда убежала тыква, идет, соответственно, затемнение небольшое, и вы ее сразу найдете. Тыквы, да, спавнятся раз в 20 минут, то есть перезаходить в игру не надо, потому что они будут заново тогда загружаться, нельзя выходить из игры, это очень важно. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Короче, внимательно смотрите эти тыквы. Хотя, знаете, они в основном в одних и тех же местах спамнятся. Очень много карт уже в интернете есть. Это вся ахинея. Так, все отлично, мы выполнили. Забираем яблоко. Так, что нам сегодня добавили в этом призе? Давай, нет, туда. А, перо. What the fuck? Перо? What the fuck? Ди... Зеленый? Вау, какой классный! 99 осколков. Ну что, ребята, сегодня пойдем фармиться. Короче, показываю, где эти могут быть... Тыквы, давайте сразу прям сгоняем, сразу соберем эти тыквы Она, по-моему, спавнится, ребят, где-то тут, вот что-то вот, вот, вот тут так Вихри это понятно собирать Интересно, баг тот работает, который в прошлом году работал Тоже обязательно сегодня на стриме проверим Все проверим, потому что тут как бы сильно ничего не поменяли Хотя вернули старые вот эти вот штучки Мне они очень нравились на Хэллоуин Всегда вот эти тыковки собирать или вихри собирать Господи, там все игроки тупо играли, играли, играли постоянно 24 на 7 просто. Может, спамьте здесь тыковка? Здесь где-то? Так что-то их тут нет, слушайте, ребят. А, я пройду охоту на тыков, получу 100. Да, все, короче, места не меняются. Если вот здесь тыква заспалила, значит, места не меняются. Так, смотрим, куда бежали. А, ну, в принципе, они. Они в одни и те же места. Бегут, вот ей-боу, ребятки. Кто реально на прошлый Хэллоуин был, вы прям быстренько найдете. А вот кто новенький, вам, конечно, посложнее будет. Но я вам вот рассказываю все заранее, чтобы вам было проще. Так, ребят, у нас проблема. У нас не получается собрать тыкву. Я не могу найти последнего. Мы, короче, берем, если вы реально не помните, куда он убежал. Вы просто берете, выходите за туман. Внимание. Выходим за туман, возвращаемся обратно. И обратно заново берем задание. уже внимательно смотрим, куда тут убежал. Отлично, мы забрали все тыквы, так, ну вот, она может за нами там гоняться и тогда сейчас я еще одно местечко покажу, ребятки, где может заспавниться тыква большая Вот здесь может тыква заспавниться, и так через каждые 20 минут у вас будет спавниться тыква, из игры желательно, конечно, не выходить, потому что если вы выйдете, счет пойдет заново Мы в прошлом году, наверное, раз здесь это проверяли и это так и есть Давайте заберем у нее 100 опыта за тыквенную ферму. Так, теперь посмотрим подзе... подземелье Так, Пройди мини-игру подземелья и тыквы. Ок, где она, блин? Боже мой, я откуда знаю, где-то... Все, я нашла, короче, этот портал. Так, блин, это новый, что ли, портал? Короче, вот здесь он находится. Вот оно, это задание, по идее, получается, да, вот сюда. Вот она тыква. Куда ты меня спавнишь? А, получается, это раньше было, короче, где серебряная поляна. Можно вот так вот бегать. Вот так лучше бегать, поверьте. Это раньше было где серебряная поляна. А теперь, короче, сделали полностью все в Сесадель. Ну, кстати, в какой-то степени даже удобно, ребят. А дальше забираем у нее 100 опыта. Так, отлично, забрали. Жуткая поездка по маршруту. И жуткая поездка по маршруту. Тоже сложный очень такой. тихо, тихо, тихо. тихо. Я здесь очень много лишнего наговорила. В общем, вам просто нужно здесь проехать маршрута по поводу той ворону, которую вы встретите. Ну, в любом случае, ее встретите. Там нужно собрать какие-то кости, принести ей, и он даст вам предмет. Но я не знаю, что они делают, потому что пока я еще в этом не разбиралась. Как разберусь, так вам об этом сообщу. Но достаточно просто пробежать эту поездку. Она немножко поменялась, очень сильно добавили кости. Вроде как их не было, но и много всяких добавили, поэтому все погнали покупать лошадей, ребятки, выпустили нам а, две новых лошадки, здесь у нас получается питомцы тыква, шарик 359, 100. слушай обойдешься белая ворона, О, вау, смотрите как она красивая, ребята посмотрите, О, вау Черный кот, ну черный кот мне нафиг не нужен. Этот у меня есть 359, 359, что так дорого. Реально цена раньше 350 стоила. Здесь нам оставили старого вот этого. Вот это что у нас? А, ну котр у меня есть. У меня нету тыквы. Я себе хочу тыку купить. Не знаю, покупать, не покупать. Но вот этих я точно куплю. Давайте посмотрим. Вот это светлая лошадь. Облик у нее светлый. Вот такой вот очень красивая. Так, давайте ее сберем сразу. Давайте ее назовем. Я не знаю, давайте ее назовем. Назовем просто белая. И теперь, черт, так, у меня что там по деньгам? 12 тысяч торговцев? Нормально, нормально, 12к. Хватит, хватит, на три лошадки, прям само то. Давай, покупаем, Л давай, легендарный, нет, легендарный это у нас будешь. Драконовая, не знаю, не знаю, ворона, го, драконовая ворона. Не знаю, что за имя такое, Памень. пускай так будет лошадь звать так, ребятки, давайте тыкву купим. Давайте купим тыкву. Хочу, я себе реально хочу очень сильно тыкву. Я себе ее на прошлый Хэллоуин хотела, но у меня просто бы не было денег. Теперь у меня деньги есть, поэтому я куплю себе. Давайте купим дырявую, нет, давайте дырявую купим. Она мне больше нравится и назовем ее древняя. древняя... Потому что она зеленая? Пускай будет древняя горошина и ворона. Все, писк, белая ворона. Хочу себе белого ворона. Черного не буду ворона брать, потому что, ну, мне вообще что он не зашел. Как-то хочу белого взять. На вот черного даже деньги тратить не буду. И шарики покупать тоже не буду. Я думаю, нам его, ребятки, за задание дадут. Поэтому там другой шарик есть получше. Этот шарик, ну, такой себе. Давайте возьмем эту белую ворону. Она прекрасна. Она просто прекрасна. Ну что, поехали посмотрим полностью облик этих лошадей. Потому что, ну, они реально очень классные. Смотрите, какая ворона красивая. Подожди, не то это звук, а это игра. Вот, смотрите. Вау. Вау. какая ворона. Ребятки, посмотрите, какой ворон классный. Так, давайте его выпустим. А-а-а, просто, ребят, посмотрите. Как он машет. Вау, ну как он крыльями машет. Это просто офигеть. Ну-ка, если мы побежим. Ну-ка, полети за мной. а Вау, смотрите, какая анимация классная. А, ребята, ворона все покупать, особенно бил. Ааа, он офигенный, просто классный. А, я не могу прям текут. А, это боже мой. Так, смотрите, вот это получается магический облик. Давайте сделаем. Во, во вот эта тема. Вот это вообще тема. Вообще тема, ребята. Посмотрите, как он красивый. <свистит> Вау, просто... Ай-яй-яй-яй, как он классный. Офигеть, какая лошадь охрененная. Просто, блин, не пожалел, что я ее купил. Так, давайте посмотрим теперь темненького. Не, ну черный просто краш, конечно. Краш вообще. Так, давайте посмотрим его облик. Просто белая лошадь. Белый дикий. Что? Так ты черный, а так ты белый. Про ферды не буду распитывать, потому что лошадь старая, как бы она уже давно добавлена, я думаю, у всех она есть. Но вот такая вот лошадка красивая тоже. И вот у нее получается вот такая вот пупурышенной, как у Кнапсрупера, раскраска, как будто она спидом заболела. Вот тоже вот классная лошадка, мне она прям очень сильно заперла. Рассказы по поводу луча. Луча сейчас нет, почему его здесь вообще нигде нет? Вы увидите такой вихрь, вы бежите туда, он спавнится, то есть получается у нас сейчас время, допустим, у меня 16.44, то есть через 20 минут он заспавнится ровно в 15.00, он заспавнится, и в течение 10 минут он будет работать. Если что, в правом верхнем углу я прицеплю бак, как, э, я я не знаю, работает он сейчас или нет, но прицеплю, короче, баг. Поэтому имейте в виду, как можно оформить намного быстрее осколки, вот эти вот зелененькие. И, кстати, некоторые осколки еще спрятаны, но это тоже старые видео, я думаю, там ничего не меняли, хотя не факт, что они вообще есть. А это все, всем спасибо за просмотр, с вами был Великий Канал, всем пока-пока!